Маникюр – косметическая процедура, включающая массаж рук, ванночки для кожи рук и ногтей, уход за ногтями, полировка и придание им формы, украшение ногтей лаком, стразами, наращивание ногтей. Спрос на такие услуги присутствует всегда, поэтому открытие маникюрного салона очень выгодно. В соответствии с нормами, помещение для салона должно отвечать следующим требованиям. Выделение одному мастеру площади от 6 квадратных метров. Наличие вентиляционной системы и канализации, горячей воды и отопления. Трехметровых потолков, запасного выхода. Наличие в помещении стерилизатора и раковины для мытья рук. А также дезинфицирующих препаратов, которыми обрабатываются ногти клиентов. Медосмотр раз в полгода. Наличие в салоне мебели, легко поддающейся санобработке. Маникюрный салон предлагает следующие услуги. Классический маникюр, маникюр гигиенический, детский и быстрый маникюр, наращивание ногтевых пластин акрилом или гелем, снятие нарощенных гелем или акрилом ногтей, моделирование ногтевых пластин, терапию парафином, покрытие ногтевых пластин лечебным лаком, аппаратный педикюр, ванну расслабляющую для ног. На открытие салона, включая материалы и оборудование, потребуются инвестиции в сумме 8 тысяч долларов. Ежемесячные затраты составят 5 тысяч. Окупится бизнес за 4 месяца. Хорошим местом для салона является центр города, деловой район, у оживленных улиц, торговых центров и фитнес-клубов. Косметический салон должен включать рабочий зал, зал ожидания, помещение для персонала с туалетом. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.